Добрый вечер. На ТВ-8 новости. В студии Юлия Будеч. Смотрите главные темы дня. 32-летняя жительница столицы на День города стала жертвой насильников. Мужчины познакомились с девушкой на одной из террас. Что произошло дальше, узнаем в выпуске. Полицейские ловят нарушителей за рулем. Автомобилистам, которые ездят с затемненными стеклами, грозят штрафы до 1200 леев. Прибыли в Молдову, чтобы поведать о том, как бороться с пропагандой. Трое украинских журналистов рассказали об обстановке на востоке Украины и о том, как ситуацию освещает Москва. По меньшей мере 7 человек погибли в результате урагана Гервард. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. Также стихия прошлась по Словакии и Австрии. Дело о гибели Андрея Брагуца не сдвинулось с места. Очередное судебное заседание перенесли. На этот раз причиной тому стала замена адвоката одного из обвиняемых. Все четверо сокамерников, избивших молодого человека, а также трое полицейских, отказались общаться с прессой. Они настаивают на своей невиновности. Как и недели ранее, супруга Бориса Балакана привела своих несовершеннолетних дочерей в суд. На записях видеокамер изолятора видно, как Балакан жестоко избивает Андрея Брагуцу. Однако заключенный говорит, что пытался защититься. Полицейский, который знал о психических отклонениях погибшего и не изолировал его, также воздержался от комментариев. Предыдущие слушания также перенесли. Тогда один из адвокатов не явился на заседание. Один из адвокатов потребовал ограничить доступ прессы на заседание. Суд проигнорировал это прошение. Семья погибшего сообщила, что их попытались навестить родственники обвиняемых сокамерников. Андрея Брагуца задержали патрульные. Спустя 10 дней молодой человек скончался при сомнительных обстоятельствах в пенитенциарии. По этому делу обвиняется 7 человек. Трое из них полицейские. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Избежал заключения, сейчас строят роскошный дом. Социалисты утверждают, что экс-глава управления транспорта, которого приговорили к 3 годам условно, занимается строительством целого поместья. Игорь Гамрецкий признал, что ремонтируют дом площадью в 400 квадратных метров, где, по его словам, будут жить 2 семьи. Это, как нам сказали, видео сделано после освобождения господина Гамрецкий из-под ареста. Вот мы видим, человек рассчитывается с рабочими, видимо, с рабочими. Да, это господин Гамрецкий в своем доме 1500 квадратных метров. Социалисты также предоставили фотографии некого помещения, где, по их мнению, будет зона для спа, сауны и бассейна. На кадрах запечатлен и сам Игорь Гамрецкий. В сауне сделана отделка дорогой плиткой, дорогой солью. Дом записан, внимание, официально на его маму, которая не является, по нашим данным, бизнес-вумен, не владеет какими-то активами. Игорь Гамрецкий рассказал, что дом принадлежал его отцу, а социалисты воспользовались дешевым пиаром. Традиор есть у нас и мобилдар, но на 30 метров потрат. Здесь мои песни по сути Диметри, что есть и пентрудовые фамилии. Если он телек центрального принципала, но есть Игорь Гамрецкий, что есть и Дорин Киртуак, который еще и референдум, который есть и акумум план, коны и сочелись. В своей налоговой декларации за 2014 год Игорь Гамрецкий указал 2 квартиры, а также гараж с подвалом. 4 октября апелляционная палата изменила вердикт первой инстанции, приговоривший Гамрецкого к 2 годам тюремного срока. Таким образом, Гамрецкого приговорили к 3 годам условно по делу о мошенничестве с платными парковками. По этому делу также проходит отстраненный примар Даринки Артуака. В СМИ сообщалось, что бывший глава управления транспорта якобы дал показания против Киртуака. Двое жителей Онген и Страшен подозреваются в изнасиловании. По данным уголовного дела, преступники познакомились с девушкой на День города 14 октября. Ще
Жертвой насильников стала жительница столицы. Молодые люди общались на одной из террас, а затем пригласили девушку к себе в офис. Спустя несколько часов мужчины начали избивать потерпевшую, затем изнасиловали ее. Девушка не побоялась обратиться в полицию. Теперь виновникам грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под арестом. Штрафуют водителей с затемненными стеклами. Полиция проводит спецоперацию по борьбе с нарушителями. Чтобы избежать наказания, некоторые водители на месте снимали пленку с передних стекол. Другие остались без регистрационных номеров. Полицейские смогли переубедить этого водителя и доказать, что его стекла затемнены. Едла фабрика, что? А что дамет чудес? Дак нума кредит са стану йом факут. Видеть, патрцель есть. Патрцель есть на факут его. Есть пеликула, домля полицейский? Есть. Eu așa am cumpărat mașina. Eu am venit din străinătate, așa am cumpărat-o. Dacă știam, nu mai avem și pentru ce să... Nu sunt mare atrăgător ca să, să am stecle tonate. Несколько водителей лишились номеров. Как говорят патрульные, за несколько дней удалось выявить 70 водителей с затемненным покрытием на лобовых стеклах. Înlătură pelicula pe loc, atunci rămâne cu plăcuțele la automobil, nu îi sunt înlăturate. Respectiv, amenda se aplică, deoarece dumnealui a exploatat mijlocul de transport, deja a făcut o încălcare. Спецоперация инспектората патрулирования продлится до конца текущей недели. Нарушителям грозит штраф до 1200 леев и 3 штрафных пункта. С начала этого года за подобные нарушения были привлечены свыше 3000 водителей. Невосполнимая потеря для культуры Молдовы. Со дня смерти Иона Идойна Алдитя Дорович прошло четверть века. Чтобы почтить память великих артистов, группа молодых людей возложила цветы к монументу Иона Идойны. Идойна Алди Теодорович были среди первых, кто в Молдове исполнял песни на румынском в начале 90-х. Они пели о независимости во время военного конфликта 92-го года. Спустя четверть века со дня гибели великих артистов молодые унионисты возложили цветы к памятнику Иона Идойны. Deci Ion și Doina au punctat atât de bine punctele nevralgice, dureroase ale Republicii Moldova, care mai sângerează încă și astăzi. Și au spus un lucru foarte bun. Demnitatea este pâinea învierii, una e țara, unul e sfatul țării. Deci am crescut cu, pe muzica lor, am crescut pe muzica lui și versurile lui Grigore Vieru. De asta mă consider obligată într-un oarecare mod să continui lupta care au început-o ei. Ei sunt exemplu pentru noi. Noi trebuie să-i respectăm și să nu-i uităm niciodată. Людмила Боробой познакомилась с Дойной Теодорович еще в институте. А возложение цветов в память о погибших артистах Людмила узнала в интернете и прибыла в столицу из Аргеева. Era o fire foarte deschisă, boioasă. Mi-au dat lacrimile imediat, mi-am amintit. După părerea mea, e foarte puțină lume. Ar fi meritat mult mai mult. Молодые люди раздавали ленты с триколорами, информативные листовки с биографией артистов. Некоторые прохожие признали, что не знакомы с творчеством Иона Идойны Алди Теодорович. Не знаю. Идойна Теодорович. А и кто он? И куда его выбирают? Да? Голосовать? Ион Идойна Алди Теодорович погибли в страшной аварии в ночь с 29 на 30 октября 1992 года. Поделили рождественские елки. В этом году в канун зимних праздников столицы установят две новогодние красавицы. Одну от примарии, а другую от правительства. На этот раз свое слово в организации новогодних торжеств высказал премьер-министр Павел Филипп. Впервые в этом году традиционная рождественская ярмарка пройдет на улице 31 августа. С 15 декабря по 14 января участок между Банулеску-Бадонья и Пушкина перекроют. С таким предложением выступил премьер Павел Филипп. Инициативу одобрили в примарии.
În unele cazuri, în anii precedenți, ultimii ani, noi am comis unele greșeli. Eu vorbesc despre caruseluri în piață, poate și pomul de Crăciun. De câte ori ne-ați criticat dumneavoastră că ba era strâmb, ba era fără crengi și cred că undeva ați avut și dreptate. В этом году в центре столицы установят две новогодние красавицы. Одна от примарии, другую предоставит правительство. Установят елку у фонтана в сквере Национального дворца. În piață, deci se pune, va fi instalat bradul și pentru, în special, sara de Revelion, de acum toate evenimentele vor trece, inclusiv târgul. Se va închide și se va face piața Marea Dărnați. Косметический ремонт на улице 31 августа идет вовсю. Este vorba de amenajarea străzii, este vorba de defrișarea copacilor, asfaltarea, care este stacionarul care mi s-a spus. Дарин Киртуака эту инициативу прокомментировал, как считает отстраненный градоначальник. Кто-то пытается похитить зимние праздники. В 2007 году коммунисты украли у нас елку, в 2008 арестовали. Спустя 10 лет демократы разрешили установить ель на площади, а затем изолировали ее, поместили елку под арест, а людей депортировали в затылок правительства. Это похоже на Северную Корею, или мне кажется? Павел Филипп не впервые выступает с инициативами, свойственными генеральному примару. Ранее глава Кабмина потребовал очистить центральный парк от киосков и ларьков, а также устранить проблему с вывозом мусора из столицы. Либералы опубликовали свой предвыборный ролик, назвав референдум капризом социалистов, который обойдется бюджету в 9 миллионов леев. ВЛП нашли эффективную альтернативу и предложили иначе потратить эти средства. Социалисты назвали либералов лжецами. Din acești bani am putea плăти 7500 de pensii medii. Am putea procura 5 troleibuze moderne. Am putea amenaja 35 locuri de joacă. 35 terenuri de fitness în curțile blocurilor. 20 de familii tinere ar putea primi un apartament. 10 grădinițe din cartierul tău ar putea fi modernizate. Reparația a 5 km de drum. 10.000 coșuri de gunoi. Либералы перечислили несколько альтернативных вариантов, как можно потратить 9 миллионов леев, выделенных на проведение плебисцита по отставке генпримара Дарина Киртуака. Социалисты, в свою очередь, назвали либералов лживыми ворами, которые преувеличивают, что на 9 миллионов леев можно отремонтировать 5 километров дорог. В своем обращении на Фейсбуке Ион Чебан заявил, что реставрация 3 километров дорожного покрытия улицы Олег Руссо обошлась бюджету в 126 миллионов леев. Прибыли в молдавскую столицу, чтобы опровергнуть информацию некоторых российских СМИ и призвать граждан проявлять бдительность. Речь о трех украинских журналистах, которые рассказали, какова реальность на востоке Украины и как это освещает Москва. Они уничтожили фактически цвет, ну, скажем так, протестантского движения в городе Славянск. Ребят просто долго-долго избивали, а потом посадили в машину, дали возможность как бы уехать, а потом выстрелили в них, там, я не помню с чего, ну, короче, сожгли их заживо. У них были маленькие дети, но, собственно говоря, русский мир решил, что им, вот, он им мешает, да. Это только один из многочисленных примеров, когда реальность была противоположной российской пропаганде. По словам украинских журналистов, то же самое в случае с добровольцами, которые отправляются в зону конфликта. В прессе появилась информация, что им за это платят. Война показала, что мы стали народом. У нас есть гражданское общество, у нас есть армия, и у нас есть общая цель. Большая цель – победить и сохранить свою страну. Когда вы слышите, когда российские масс-медиа сообщают о том, что очередной гуманитарный конвой прибыл, это просто означает, что прибыла очередная партия боеприпасов, соответствующего снаряжения, расходных материалов, топлива и так далее. Эксперты говорят, что подобные стратегии манипуляции используются и в Молдове. Este nevoie de documentare din mai multe surse, este nevoie să se înțeleagă foarte clar, permanent, că acele știri, informații care sunt livrate de presa oficială din Federația Rusă au în primul și în primul rând scopul de a manipula. Круглый стол был организован ассоциацией Watchdog и двумя неправительственными организациями из Украины.
Как привлечь иностранные инвестиции в развитие молдавских СМИ? Эту тему сегодня в столице обсудили национальные и международные эксперты в данной области. Гости, приглашенные из рубежа, отметили, что шансы на развитие в нашей стране независимой прессы минимальны, поскольку здесь пресса не воспринимается как бизнес. Наши же эксперты заявили, в Молдове СМИ не политизированы. Приглашенные на мероприятие международные эксперты выступили с несколькими рекомендациями и решениями относительно развития в Молдове законодательства о СМИ. По мнению председателя КСТР, те, кто хочет инвестировать в средства массовой информации, должны быть честными и думать о потребителе, а не преследовать свои личные интересы политического или иного характера. На вопрос о бюрократических блокадах, введенных в отношении некоторых телеканалов, Драгош Викал попытался объяснить. Deci aceste blocaje, dacă apar, ele apar deci, din considerentul că percepția sau gradul de pregătire a anumitor acte, dacă vă referiți în cazul concret la deci, postul dumneavoastră de televiziune, să fie unele echilibrate. Некоторые эксперты в области СМИ отметили, что в демократических странах серьезные СМИ стараются дистанцироваться от политического фактора. В бедных же странах это практически невозможно. Сегодня я не вижу реальной возможности существования у нас независимых СМИ. То если канал принадлежит какому-то лицу или партии или какой-то структуре, то она может на своих каналах неограниченно размещать собственную рекламу. Понятно, ради чего это делается? Исполнительный директор Ассоциации по развитию и сотрудничеству утверждает, что пресса в Молдове не политизирована, а СМИ могут быть независимыми до тех пор, пока у них есть деньги. Cu cât mai multe licențe poate să aibă un grup de presă, e cu atât mai bine. Legea azi zice 2 licențe și atât. Limita independenței este limita banilor de care dispuneți. На мероприятии присутствовал и председатель парламента Адриан Канду. Он признал, что законы в данной области несовершенны и что нуждаются в поправках. Правда, не отметил, как и когда это произойдет. Legislație. Evident, ar fi bine să avem o legislație care să aducă chiar și, de ce nu, și facilități, poate chiar facilități fiscale. Și abia aștept dezbaterile care vor avea loc și concluziile la care va ajunge această conferință. В свою очередь, посол США в нашей стране отметил, что свобода и независимость прессы являются основными элементами необходимой Республики Молдова. We do it because free media, media that uncovers the truth, sheds light on real challenges, highlights the good around us, and that keeps us entertained as well, helps to expand our minds to what is possible. В июле текущего года была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в области СМИ. На основе рекомендаций всех участников Ассоциация развития сотрудничества в Молдове составит отчет, который впоследствии передадут парламенту. Велосипед – самый быстрый вид транспорта в столице. Молодые велосипедисты провели эксперимент, как быстрее всего можно добраться из одной точки в другую – на машине, на троллейбусе или на велосипеде. Оказалось, что двухколесный транспорт – самый быстрый. Подробности смотрите в следующем сюжете. Наша команда решила повторить этот эксперимент, но уже в городе, в Кишиневе. И мы будем сегодня гоняться. Велик, на котором буду я. Троллик, который там только что проехал. И машина, которая стоит вот там. После опыта в Санкт-Петербурге молодые люди решили повторить эксперимент в молдавской столице. Трассой стал маршрут троллейбуса номер 22. Страда Буревиста. Первым финишировал велосипедист. Выделенный участок он преодолел за 25 минут. Ту же дистанцию автомобилист проехал за 33 минуты. Участник эксперимента, который отдал предпочтение общественному транспорту, прибыл последним спустя 47 минут со старта. Короче, мы это сделали. Тебя лики победили. Вывод. Катайтесь, ребята, на велосипеде. Самый быстрый вид транспорта в городе. Участники эксперимента преодолели участок от ворот города до конечной остановки троллейбуса на Буюканах. По меньшей мере 7 человек погибли в Германии, Польше и Чехии в результате несчастных случаев, которые причинил разрушительный ураган Гервард. Еще несколько человек получили ранения. Стихия принесла с собой шквальный ветер. В Берлине объявили чрезвычайное положение. В Чехии, Польше, ЧС. Ураган также прошелся по Словакии и Австрии.
Скорость ветра местами достигала 180 км в час. В Польше стихия затронула 10 воевод. Спасатели получили более 3500 вызовов. В основном это поваленные деревья и подтопленные здания. Чрезвычайную ситуацию объявили в 7 краях Чехии. Во многих районах ураган повалил деревья, снес крыши с домов. Без электричества остались десятки тысяч семей. В реках из-за сильного дождя значительно повысился уровень воды. А в Берлине для устранения последствий урагана были задействованы бригады добровольцев. Железные дороги приостановили движение поездов в Нижней Саксонии, Гамбурге и ряде других регионов. Из-за непогоды пожарная служба Берлина ввела режим чрезвычайной ситуации. Аргеевский «Милсами» не сдается в борьбе за лидерство в турнирной таблице национальной дивизии. «Красные орлы» воспользовались ничьей между тираспольским «Шерифом» и «Сфентл-Георги» и сократили отставание от «ОС» на 5 очков после того, как накануне обыграли «Динамо Авто» со счетом 2-1. Счет на 38-й минуте матча «Шериф» «Сфентл-Георги» ударом головой открыл Стефан Мугоша. Сфентл-Георги не поддался давлению со стороны противника и успел отыграться на последней минуте матча усилиями Александра Суворова. «Шериф» возглавляет турнирную таблицу с 39 очками, а Сфентл-Георги опередил «Зимру» и занимает 6-е место, имея в своем активе 16 баллов. Ничьей тираспольчан воспользовался «Милсами», который сократил отставание от «Шерифа» на 5 очков, победив «Динамо Авто». Счет на 42-й минуте открыл Платика, а на 50-й Буйчуку удалось удвоить преимущество. Гости сократили разрыв на 59-й минуте. Отличился Андрей Бурсук. Аргеевский «Милсами» набрал 34 очка и занимает 2-е место в национальной дивизии. Если вы стали очевидцем важного события, присылайте нам свои фото и видеоматериалы в редакцию сайта tv8.md или звоните по телефону, указанному на экране. Не забывайте, ваша информация может стать новостью. Далее смотрите прогноз погоды, а затем выпуск ток-шоу «Политика» с Натальей Мораль. Гость программы Михаил Саакашвили. А у меня на этом все. Увидимся завтра в 21:00 на ТВ8. Всего доброго.